Иван Артемов, машинист бульдозера Айхальского ГОКа, представил компанию «Алроса» на конкурсе профессионального мастерства операторов техники «Четра». Международный чемпионат прошел в Чебоксарах. Именно в этом городе находится завод-изготовитель тяжелой спецтехники. В конкурсе приняли участие 23 бульдозериста крупнейших строительных, нефтегазовых и горнодобывающих компаний России, а также Узбекистана и Казахстана. Навыки, которые приобретены операторами в своей работе, поскольку точно управлять машиной, поворотом машины, отвалом, рыхлителем, это все в обязательном порядке надо уметь делать в своей практической работе. Вспоминает Иван Артемов, как проходил испытание кольцеброс и баскетбол. Продемонстрировал и фигурную езду. Выполняли конкурсные задания на 60-тонном бульдозере «Четра» Т-35. Иван Артемов справился со всеми задачами. По итогам конкурса якутянин занял 9-е место. Конкурс проходил первый день 11 сентября. Теоретические знания, ну, ознакомление с городом, по музеям там ходили, музей трактора. А второй день уже практическое вождение было. Так вроде ничего сложного нет, но внимательность, аккуратность надо, себя спокойно чувствовать. Но этого не получилось, не мог себя переосилить. Сегодня бульдозерист уже вернулся в Айхал и приступил к своим трудовым обязанностям. В карьере отсыпает и зачищает автодороги, работает на отвалах, полигонах для буровых станков. Иван Артемов признается, работу свою любит, выполняет ее качественно. На рабочем месте соблюдает технику безопасности. Свой накопленный за много лет опыт передает молодому поколению. В обязанности машиниста входит, конечно, знание технику безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и работа на бульдозере. Так, как бы считается, в любом случае опасное производство. И здесь тоже и на бермах особенно внимательным надо быть. Ветеран компании Иван Артемов трудится в «Алроса» 28 лет. С 1993 года в карьере юбилейный. В 2008 году за высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни Ивану Артемову присвоено звание «Лучший работник Айхальского ГОКа». Альбина Шарафетдинова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край».